Ели ли вы свои какашки? Не было или было? Сказать не было или сказать было? Привет, дорогие друзья! Для тех, кто меня не знает, я Аня, а это мои собачки Чухуа Софи и Эйвен. Подпишись на канал, жми вот эту красную кнопочку внизу и ставь лайк этому видео. А еще, как только видео вышло на канале, первый час мама отвечает на вопросы. Да, так что не опаздывай. И наконец-то Эйвен решился снять вечерний Эйвен, но в совершенно новом стиле. Он предложил нам всем вместе снять популярный на ютубе челлендж «Было не было». Круто я придумал, да? Круто, говори, да, круто. Круто, брат, круто, да. Круто я придумал, да, круто, круто. Эйвен, блин, ты придумал. Давайте начинать. Давай, Софи, всю правду сегодня расскажешь. Эйвен, жаждай от меня, сам ты всю правду расскажешь. Да, всю правду, Софи, расскажешь, все. Вы по нашей просьбе покидали нам в Инстаграм и ВКонтакте вопросы, и мы выбрали самые повторяющиеся и самые популярные из всех. Правило челленджа заключается в том, что те, кому задаются вопросы, то есть Софи и Эйвен, показывают табличку «Было, не было». У Эйвена и Софи будут по две таблички у каждого, и они будут при помощи них отвечать на ваши вопросы, а я их буду задавать. Начинаем! Было ли такое, что вы не слушались меня? Нет, я выбираю, конечно же, не было. Эйвен так быстро ответил? Софиш, это же челлендж, нужно отвечать быстро, давай. Вот именно, я уже ответил, Софи, а ты все думаешь. Ну, Софи слишком медленно отвечает. А ты что ответил? Ладно, не было. Софи, это честный челлендж. Я же говорю, не было. Ребят, ну давайте честно отвечать. Ладно, а? Ладно, было. Я как и сказал, не было. Было такое, что я на вас ругалась? Да не было такого никогда, мам, ты что? Не было. Давай дальше. Было ли такое, что вы сильно ссорились? Ну прям сильно, по-настоящему. Да. Прям вот поссорились. Я вообще припоминаю. Было. Не было. Или не было. Или было. Да только по-детски, Софи, ну. Нет, не было. Да, правда, не было. А было такое, что мы ссорились с кем-то из вас? Да ладно, мам, ты что? Это не я, это вопросы такие. Я даже не знаю, что сказать. Ладно, было. Не было. Софиш, когда это мы с тобой ссорились? Мам, может, ты с ней не ссорилась, но она обижалась. Она же у нас обидчивая. А что, это не считается, что ли? Понятно, Софиш. Было? Дрались друг с другом? Или не было? Да было. Было. Че врать-то? Ну так, по-детски, не серьезно. Ну да, бывает в игре так. А с котом или собакой дрались когда-нибудь? Не было. Никогда. Не было. Никогда не дралась ни с котом, ни с собакой, вообще ни с кем не дралась. Я же девочка, я ни с кем не дерусь, кроме Эйвена. А у меня было. Да, ну так, я дрался. Да, Эйвен подрался, да. Кто-то из вас ревновал меня или друг друга ко мне? Было, не было? Ой, ну не знаю. Да не было такого никогда и никому не ревновал никого. У меня такое было. Правда, было. Вы не выполняли команды? Не было, никогда такого не было. Софи врет, тогда и у меня не было, раз ты так делаешь. Ну, ребят, ну договорились же. Ладно, было. И у меня было. Отвечаем честно, да? Да. Было ли такое, что мама забывала про вас? Забывала кормить или гулять или еще что-нибудь? Нет, бред какой-то, конечно, не было. Что забылось-то? Нет, не было. Было или не было, что вы терялись, убегали или вас украли? Не было. Не было, Эйвен, что ты говоришь такое? Такого не было. Но в кино-то было. Но это в кино, а не в жизни. В наших роликах всякое бывало. Но это же в роликах, Эйвен. Ну и что? Ладно, понятно, Эйвен. Кто-то из вас кусал меня уже во взрослом возрасте? Да не было такого. Да нет, только когда маленькие были, играли, там все такое. А погрызли что-нибудь, кроме игрушек во взрослом возрасте? Не было. А еду отбирали или воровали друг у друга? Вот это было. Че? Еду? Воровали? Давай, София, отвечай же честно. Да, было дело. Из унитаза пили? Я даже думать не буду, конечно, не было. Ну как я могла пить из унитаза? Ну, я же не достану даже. Было? Эйвен, а ты чего там думаешь? А я вспоминаю. Эйвен, видимо, умеет доставать, вот и вспоминать. Да не было такого, не пил я из унитаза. Вспомнил, да? Угу. Вы болели? Было? Да, не было. Я болела, и даже операцию делали мне, мы же видео снимали. А я не болел. На Эйвена думали, что он девочка, а на Софи мальчик. Да, было такое. Было. Помнишь, в Таиланде нас постоянно путают? И в России тоже путают, когда в одежде. Ага. Вы встречали своих подписчиков, вас узнавали на улице или просили автограф? Много раз. Было. Было ли, что вас кто-то обижал? Не было. Было. А, вообще-то было. Я вспомнила. Эх. Нас обзывали плохими словами всякие чужие люди, которые думают, что маленькие собачки – это даже не собаки. Но это же не так, не грусти. Да мы и не грустим, сами дураки. Было ли такое, что люди удивлялись, что вы разговариваете? Было, да. Пробовали когда-нибудь сладкое? Не было никогда в жизни. Например, крошки, упавшие на пол? Крошки? Да было, что врать-то, подбирал я крошки маминых печенек. Софи, ну что, было или нет? А? Да не помню я. Софи. Ну ладно, было. Целовались ли вы друг с другом? Было. И кое-что еще. Нет, не было. Тоже что? Ужас, не что было, за такой было, вопрос вообще? Было. Конечно, не было ничего. Вы выходили на улицу и ели траву или снег? Было дело. Была ли настоящая любовь у Софи? Не было. Не было. А у Эйвена? Конечно, было. Да, было. Нюхали ли вы друг друга под хвостом? Было, конечно, такое. Ну, было, что? А теперь, ребята, самый главный вопрос. Ели ли вы свои какашки? Или какашки друг друга? Не было или было? Не было или было? Что сказать? Сказать, что такого не было, обещала не врать подписчикам. Подумать, что я ем какашки. Но это было давно, уже забыто и прошло. Скажу, что не было или было. Блин. Сказать не было или сказать было. Когда мы были щенками, всякое бывало. Значит, не было. Это ведь детство. Но это же было. Соврать подписчикам или не врать? Не буду врать своим друзьям. Было такое, да. А у тебя, Софиш?
было, да. Ты проводила какашки? Да, ты тоже? Да, как раз плечь, да? Ага. Сегодня выяснились некоторые подробности из жизни моих собак. Было ли такое, что я хотела еще животных, собак, хомячков или кого-нибудь? Конечно же, было. И, возможно, в скором времени кто-нибудь появится. И, как я уже говорила, на моем канале Animagic Эйвен и Софи будут теперь практически в каждом видео, и мы будем смотреть их реакцию на то, что я делаю, и на мои эксперименты. И сегодня в видео будет реакция Софи и Эйвена на искусственный снег, который я сделала на канале Animagic в двух вариантах. Так что подписывайтесь на наш канал, на мой канал Animagic, на нас ВКонтакте, в Инстаграме и в других соцсетях, и будет вам счастье! Пока! Жми кругляшки и смотри еще ролики. А если хочешь еще челленджи, ставь лайк. Ну и просто ставь лайк, потому что лайки это собачки. Лайки, если что, вот там внизу. Вот. И если что, какашки я уже не ем. Она врет.